Ремонт поликлиники номер 2 по улице Льва Толстого продолжается. Чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи, было принято решение проводить реставрацию в 2 этапа. В конце мая работы завершились в правом крыле здания. Сейчас строители приступили ко второй части. К поликлинике номер 2 Люберецкой областной больницы прикреплено около 37 тысяч населения. Недавно врачи и медсестры начали прием пациентов в новых отремонтированных помещениях. Правая часть здания сегодня работает в полную мощность. Изменения произошли не только во внешнем виде поликлиники, но и ее функционале. Весь день доктор УЗИ у нас находится на приеме. Мы спокойно назначаем, нету листов ожидания. Сегодня я назначила, через 2 дня ко мне пациент вернулся уже с результатами УЗИ. Это и почки, и брюшная полость, щитовидка, также все это было. Не было УЗИ сосудов ни нижних конечностей, ни сосудов шеи. Даже почек УЗИ сейчас мы можем делать, потому что сейчас стало более активно ТМК Моники. Да, мы спокойно выходим с ними на связь. Они нам это рекомендуют, мы проводим, с ними повторно связываемся. То есть у нас очень быстро прошел лечебный процесс. Евгений Устинов прикреплен к этой поликлинике уже несколько десятков лет. Последний раз ремонт в этом учреждении проводили в начале 2000-х. Но такое масштабное преображение пациент видит здесь впервые. Такие полы прям красивые, все, потолки белые, обслуживание врачей хорошее. Девочки молоденькие все. Как говорится, перспектива большая, будущее, все. А пока в правом крыле поликлиники ведут прием пациентов, во второй части здания уже стартовал ремонт. Строители завершают демонтажные работы и вывоз мусора. Скоро приступят к отделке помещений. Уже начинают завозиться материалы для завершающего этапа выполнения работ. Мы будем контролировать данные работы. И в настоящее время на объекте работают 11 человек. Работы проводятся по установленному графику. Второй этап ремонта поликлиники завершится к концу августа этого года. Уже в сентябре все здание медицинского учреждения будет к услугам пациентов. Луиза Игиазарян, телеканал ЛРТ.